Ja, das ist dann der und dann gebe ich dir da hin. Всем привет! Сегодня хотел рассказать, поведать о разногласиях с девушкой, которая любит кататься на автомобиле, к сожалению, да, не хочет пересаживаться на велосипед. Говорит, машина – это ее страсть, la passion, как она и в двери написала. Ну и взгляд у меня постоянно, в последнее время такой печальный был, потому что каждый день нужно стоять, выстаивать, выжидать в километрах пробок, то есть постоянно этот старт-стоп, старт-стоп, вдыхать все эти выхлопные газы. Ну и в конечном итоге я ждал ее на заднем сидении и очень долго ждал, пока она одумается и пересядет на велосипед. Но вот это последний кадр, который я получил, это из Франции. Она там, видимо, теперь дислоцируется и стоит в пробках во Франции. И вот там видно горы всякие. Можно было отлично кататься на велосипеде, но что поделаешь.